Привет всем! В моем телеграм-канале был опрос по поводу идей для нового ролика, и вы выбрали именно тему, связанную с Ибисом. Вероятно, потому что много кто рисует в Ибисе, ведь эта прога абсолютно бесплатна и есть на системе iOS и Android. Насчет Windows, кстати, не уверена. Есть непопулярное мнение, что рисунки, нарисованные на графическом планшете, в моем случае iPad, автоматически становятся лучше, чем те, что сделаны на телефоне. Поэтому сегодня мы проведем небольшое сравнение. Сначала нарисую арт стилусом в Ибисе на iPad, а потом уже пальцем на моем телефоне. В конце ролика я покажу результаты этого сравнения и подведу итоги всего действия. Итак, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе напитки, а я начинаю. Рисуем скетч. Я решила схитрить и сделать скетч в Procreate для удобства. Беру формат 2322 на 2900 пикселей. Рисую, кстати, своего персонажа Яки. Мне очень нравится образ ее падшего божества. Надеюсь, вам тоже. Скетч сделан, сохраняю его и теперь захожу в App Store и качаю Ибис. А спонсором сегодняшнего ролика является мой Instagram. Там я провожу всякие конкурсы, посты там еженедельно, а иногда и два раза в неделю. Рисую как в традишке, так и в диджи. Приблизительно каждые две недели провожу опросы, где вы можете позадавать мне всякие волнующие вас вопросики. И я по возможности постараюсь на них ответить. Ссылочка будет в описании. Итак, Ибис скачался, теперь можно приступать к работе. Сразу же при входе в приложение появляется галерея чужих работ, но только при наличии доступа к сети. Попытки настроить нажим не особо увенчались успехом. Ну, да ладно, хотя может это я немного не разобралась. Вставляю свой скетч в Ибис. Как видите, его можно двигать по осям, вдруг вам это пригодится. Ну, и начинаю лайнить. Кстати, мне было крайне непросто выбрать подходящую кисть. Их тут аж 385 штук. Ибис я выбрала не случайно, ведь это одно из самых популярных бесплатных приложений для рисования на телефоне, и многие мои подписчики им пользуются.
теперь можно приступать к покрасу. К сожалению, у меня произошли технические неполадки, и я не смогла сделать запись экрана во время спидпейнта с покрасом. Поэтому есть запись только внутри Ибиса. Но ничего страшного, наслаждайтесь приятной музыкой. Думаю, по паузам в спидпейнте видно, как мне поначалу было некомфортно, но со временем я свыклась. Арт с стилусом на iPad готов, результаты вы можете видеть на экране. Теперь импортируем скетч на телефон. Нам сразу предлагают извлечение штрихового рисунка. Мне это не особо нужно, но я все равно это вам покажу на всякий случай, вдруг кому-то пригодится. Еще вот небольшой тутор, как добавлять второе окошко. А также из галереи можно вставлять фото как референс. Приступаем к лайну, а вы пока можете сбегать на кухню и заварить себе еще горячего чая. Готов, а теперь покрас. Кстати, да, очень непривычно рисовать без нажима.
на экране. Каждый арт я рисовала где-то 2 часа реального времени. Небольшой бонус. Тут же скетч, но нарисовала его в привычной проге Procreate, заметно усложнив и использовав максимум знания программы. Подведу небольшие итоги. Все зависит от скилла. Рисуя пальцем на телефоне, вы не станете резко рисовать лучше на графическом планшете или что-то в таком роде. Да, на планшете будет удобнее и быстрее, но ваши навыки абсолютно не изменятся. Мой рисунок на телефоне выглядит немного хуже просто из-за размера экрана и моей небольшой лени. При желании любой рисунок пальца на телефоне может стать конфеткой, просто на это нужно чуть больше времени и усилий. Ну а насчет Ibis'а, то это очень даже хорошее бесплатное приложение для рисования. Здесь очень и очень много кистей, но многие из них платные либо за рекламу. Мне было крайне непривычно рисовать там, но в целом мне понравилось. Так что такие дела, в общем, рекомендую. Можете продолжить дискуссию в комментариях, написать, какой рисунок вам понравился и просто ваше мнение по поводу ролика. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся!